Ярмарочная площадь – излюбленное место невельчан, которые каждую пятницу посещают ее, чтобы приобрести качественные товары, а главное – местных производителей и по доступным ценам. В рамках проекта «Доступная рыба» сегодня на ярмарке образовалась большая очередь прилавку со свежемороженой и свежевыловленной охлажденной рыбой. Минтай, навага, треска, камбала – все это разнообразие предоставило невельское предприятие «Прибой Восток». В рамках проекта «Доступная рыба» у нас начата реализация свежевыловленной охлажденной рыбы на ярмарочной площадке. Сегодня реализуется минтай свежевыловленный и треска с минимальной торговой наценкой 10%. Невельское предприятие «Прибой Восток» предоставило свежевыловленную продукцию, которая сейчас реализуется. Планируется реализация еженедельно здесь на ярмарке, а также через участников проекта «Доступная рыба» в магазинах. Ассоциация рыбопромышленников Невельского района является промежуточным звеном между потребителями администрацией и рыбопромышленниками по реализации проекта. Есть предприятия, которые занимаются прибрежным ловом, и по приходу судов, как, например, сегодня, свежевыловленная продукция сразу появляется на прилавках. По пожеланиям потребителей мы так опрос сделали, и по предыдущим реализациям показалось, что самое ходовое – это камбала и минтай. 55 рублей минтай и 50 рублей камбала. Я считаю, что это достойная цена. Доступные цены на ярмарке горожане только приветствуют, отмечая, что при возможности всегда стараются покупать качественную и недорогую рыбу, только местного улова. Камбалу не покупала, я покупала ее все время по 150, а это сейчас увидела по 50 рублей. Думаю, куплю. Ну, то есть цены вообще отличаются? Цены отличаются сегодня, да. В лучшую сторону. Ну, конечно, супермаркет подороже, а тут дешевле, нравится. Елена Стрелкова, Евгений Романенко, Невельские новости.